Лукашенко рассказал о трудолюбии украинцев. Президент Беларуси рассказал о своей молодости и общении с украинцами. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина и ее народ являются родными для его страны. Об этом он заявил сегодня, 29 декабря, сообщает Белта. «Мы не просто соседи, мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему, войну на Донбассе». Басе, Ред, заявил Лукашенко. Он также рассказал, что хорошо знает украинцев еще с молодости. «Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости. Мне пришлось служить в западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал глава государства. При этом Лукашенко подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта в Украине. «Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-любому. Для меня это самая важная проблема», — подчеркнул он. Напомним, по словам Лукашенко, в мире идет глобальная война в пространстве СМИ и интернета, целью которой является дезориентация общества. По материалам сайта newsgro.com.